Приветствую вас, дорогие друзья! Сейчас я объясню вам, каким образом вы сможете получить 10% скидку в сети магазинов, развивающих микро Буба, а именно в интернет-магазине. Для этого заходим в интернет-магазин по адресу buba.rf. Открываем браузер, вводим адрес. Переходим в магазин. Дальше мы выбираем продукцию, которая нам нравится. Я выбираю подарки на конкурс. Это конкурсы, проводимые Центром развития одаренности. И, допустим, хочу купить вот такой красивый рюкзак. Нажимаю кнопку. Дальше. Перехожу в корзину. Открывается окно корзины, в котором есть поле «Код купона на скидку». В этом поле я ввожу «Хочу бонус». Нажимаю кнопку «Применить». Сумма уже пересчиталась. Таким образом, я получил 10% скидку. Важно сказать, что правильно нужно заполнять все поля. То есть далее мы нажимаем кнопку «Оформить заказ». И в зависимости от того, зарегистрированы ли вы пользователи или нет, у вас будет окошко авторизации. То есть, если вы зарегистрирован, вы нажимаете просто «Войти», если нет, проходите регистрацию. Я зарегистрирован, нажимаю «Войти», попадаю в меню оформления заказа. Здесь мне необходимо заполнить следующие поля: фамилия, имя, отчество, электронную почту, телефон. Обратите внимание, что индекс изначально по умолчанию 10 и 1000. Я ввожу актуальный индекс своего города, 14.30. Автоматически система определяет, что это Пермский край. Далее я ввожу город и адрес. Выбираем службу доставки, выбираем, каким образом мы будем оплачивать, квитанцией Сбербанка или безналичным расчетом. А если у вас есть сертификат подарочный от Центра развития одаренности, то вы его можете ввести в этом поле и активировать. Проверяем еще раз состав заказа, видим стоимость доставки, видим, что сумма у нас со скидкой. В поле комментариев к заказу можем оставлять любые комментарии. Допустим, чтобы оператор перезвонил вам на такой-то номер в такое-то время. Вот. Или у вас есть какие-то другие вопросы. Далее мы нажимаем «Оформить заказ». После нажатия этой кнопки заказ уже оформлен. А возникает такая квитанция для оплаты. Мы можем ее оплачивать через кассира в Сбербанке, либо через Сбербанк онлайн. Вот. Поле «Оформить заказ», точнее окно «Оформить заказ», нам сообщает о том, что заказ сформирован. Спасибо огромное за внимание к нашему сайту. На этом я с вами прощаюсь. Удачных вам покупок. До свидания.